Это сборник быстрых рецептов и сценариев. Три блюда за 30 минут. Вот такой очень большой сборник. Содержание. Здесь есть инструкция. Ну, кроме содержания, инструкция, как пользоваться вот этим сборником. То есть последовательность действий, легенда и вот сами сценарии. Вот они. Вообще выглядит это все так. В конце есть рецепты. Здесь 100 быстрых рецептов, которые можно приготовить за 5, максимум 20 минут. И здесь есть же сценарии. Вот последовательность действий. Вот так вот он выглядит. Полностью весь отфотографирован фотографом, который тоже все это фотографировал по этим сценариям. То есть смотрите, блюда, которые вы здесь видите, и сценарии, которые вы здесь видите, полностью соответствуют рецептам и фотографиям. То есть то, что на фотографиях, то у вас и получится при приготовлении. Вот давайте покажу. Вот смотрите сценарий, да? Сценарий номер два. Вот он так выглядит. Это то, что у вас получится. То есть это то, что фотографировал сам фотограф, не профессиональный повар. Просто вот он взял по этим сценариям и приготовил. Здесь есть рецепты, список ингредиентов. По цветам немножко все разбито для того, чтобы разные цвета, чтобы можно было легко купить все продукты. Здесь сами рецепты. Здесь находится список инвентаря, то есть видно, что для какого рецепта нужно. И последовательность действий. То есть цветом обозначено, что в какой последовательности действовать. И так вот каждый сценарий. Всего таких сценариев или планов ужинов здесь 20. Полностью. Вот просто нужно сборник скачать, его распечатать или даже не распечатывать, а с телефона открывать и готовить. Сегодня скачали, уже к вечеру смогли приготовить первый свой ужин или обед из трех блюд за 30 минут.